Добрый день. Добрый день, как обычно, я приветствую всех, кто решил зайти ко мне на канал. Сегодня у нас последний день февраля, и я решила снять пустые баночки за первые два месяца 2022 года. Если вам интересно, то я предлагаю вам остаться и посмотреть, какие косметические уходовые продукты закончились у меня в январе и феврале. Итак, сейчас я поставлю вот этот пакетик вот сюда, вот ко мне поближе. У нас чуть-чуть другой ракурс, не такой, как обычно. Я сегодня не на столе. У меня на столе самозабвенно дрыхнет Ророчка. Не буду ее трогать. Вот. Итак, начнем. Вот такой тонер закончился у меня. Это корейская косметика. Марка AHC. Кто-то называет ее AHC. Мне, честно говоря, неудобно это произносить. Поэтому я буду читать по-немецки. AHC. Это у нас тонер, который имел объем в пол-литра. Я его использовала достаточно долго. Тонер с алоэ хороший, хорошо увлажняющий, приятный. Я довольна этим тонером. В общем, можно повторить, можно. Вот таких тонеров, их достаточно большое количество. Это приятный, хороший продукт, который можно повторить. Но вот я вот купила уже и в другой себе. Я показывала в запасах. Следующий продукт, который не закончился, это вот, как это, жертва моей жадности, бережливости, это вот тот самый Hyne Body Balm из Дугласа, вот, органовое масло и мультифлауэр Hyne, то есть цветочный мед. А здесь у нас бальзам, я его достала, ну, как раз тогда, когда делала видео о разборе своих косметических средств, своих косметических запасов. Вы знаете, он протух. Он протух. Между прочим, что я хочу сказать. Я искала долго и упорно. Вот здесь вот тоже циферки есть. Я не нашла сроков годности. Я нигде, ни на коробке, ни на вот внутри, на... как ее зовут, на банке, не нашла сроков годности. Что за фигня, непонятно. Ну, в общем, он протухт. Вы знаете, почему я так поняла? Потому что он пахнет прогорклым маслом. Это достаточно специфический аромат. И вот эта вот прогорклость, вот такая вот какая-то вот, ну, специфическая нотка, она ощущается. Я не стала наносить это себе на кожу. Так, следующее, что у меня закончился продукт, это вот такой вот продукт для тела от марки Organic Thai Body Aroma Massage Oil Royal Lotus и Мандарин. Здесь у нас было всего 100, сколько здесь было грамм? 260 миллилитров. Кстати, очень приятное масло. Я его покупала где-то год назад. Использовала зимой, наносила на тело после душа, вместо крема, вместо такого вот тяжелого масляного крема я наносила масло. И вы знаете, это было замечательно. Впитывалось не быстро, но я не поливалась этим маслом, в принципе, я так наносила. Оно впитывалось не быстро, но оно впитывалось. И кожа была замечательной, такой упругой, мягкой, напитанной, шелковистой. Прям вот, вы знаете, я вот вот сейчас я его использовала тоже так потихонечку. Я забыла вот в этом году, что такое сухость кожи зимой. Вот, так что замечательный продукт. Кстати, он очень приятно пахнет. У него приятный такой мягко-терпковатый аромат. Хороший продукт. Мне понравился. Так, что у нас дальше закончилось? Так, закончилось у меня вот это вот средство для тела. Это у нас флористика, линия Майорка. Это лосьон для тела, алоэ и оранж, апельсин, да? Объем, по-моему, 200 миллилитров, 160. Ну, вот я сегодня все путаю. Хороший лосьончик. Это у нас марка Флористика. Я пробовала уже этот лосьон. Мне вообще понравились в основном продукты для тела от марки Флористика. У меня были
все лосьоны, там 3 линии у них. И у меня были вот круглые баночки для тела, Азия и что там такое рыженькое, я забыла, что там рыженькое, как ли называется эта линия. Мне очень понравилась Азия, и маме моей очень понравилась Азия, это вот рыжая, не рыжая, это розовая баночка такая, Азия Спа. Я даже купила маме 3 штуки по ее просьбе, но сейчас у нас такая ситуация, что я так не успела отправить посылку в Германию, она у меня лежит. Я пока даже не рискую ничего отправлять. Видно будет, у нас все будет видно. Вот, в общем, вот этот вот лосьон Флористика, честно говоря, мне искренне нравится. У него очень приятный, мягкий аромат, легкий, ненавязчивый, но приятный. И несмотря на свою достаточно легкую текстуру, такую пломбирную, он все-таки достаточно питательный, даже вот хватает на это время года. То есть вечером, например, масло, а утром, например, лосьончик, и кожа в очень хорошем состоянии, кожа тела. Что дальше у меня закончилось? Кстати, закончилась у меня вот такая вот штука. Это набор ампул для лица от марки Babur. Получала я ее в коробочке. Вот, это был такой набор. Здесь как раз-таки 3 их наиболее известные ампулы. Вот это розовое золото, это золото и это что-то серебро, что ли, или что-то еще. Надо будет посмотреть. Значит, здесь у нас энергия, здесь у нас объем. Но не объем, а напитанность. Для кожи это напитанность. И лифтинг. Ну, как сказать, честно говоря, я ничего не заметила от этих ампул. С одной стороны, я, конечно, не заметила ухудшения никакого. Вот, но с другой стороны, наверное, надо применять их более серьезным курсом. Потому что, знаете, вот внутри ампулы я их не стала растягивать там на каждую ампулу на 3 применения. Я, честно, вымазала 1 ампула, 1 применение, лицо и шея. Кожа нормально себя чувствует. Кожа в приличном состоянии, в хорошем состоянии. Но у меня, в принципе, до этого не было каких-то великих проблем, чтобы мне нужно было решать там вот эту вот энергию и прочее. Поэтому я не заметила каких-то великих подвижек. Вот. Ну, достались они мне и достались, в общем. Что еще? Еще у меня что-то много сегодня. Итак, вот, Knipe. Вот такой у меня закончился крем для рук от марки Knipe. Это у нас такой рождественский продукт. Посмотрите, макадамия. Макадамия, как ее, не гвоздика, а вот этот вот бадьян, что ли. И сладкий апельсин. В общем, пах этот крем очень интересно рождественской выпечкой. Рождественская выпечка такой с пряностями, с гвоздикой, с корицей, еще с чем-то там. Вот, приятный крем. Кстати, он был достаточно питательный, достаточно плотный. Хорошо впитывался в кожу, не сразу, но хорошо впитывался в кожу. И вот на зимнее время очень хорошо ухаживал за руками. Хороший продукт, ничего не могу сказать против. Дальше закончился у меня... Ай-яй-яй. Закончился у меня вот такой продукт. Это Natura Siberica. Это Natura Siberica. Это был скраб. А, нет, вру, скраб у меня еще не закончился. Скраб у меня закончится в этом месяце. Это крем для тела, экстра питательный крем для тела на лосином молоке. Ну, это вот коллекция, люксовая коллекция Natura Siberica. Вот такие вот баночки с такой вот застежечкой. Здесь крем такой достаточно плотный, очень питательный. Крем не с сильным запахом, поэтому по поводу запаха можно не беспокоиться. У него такой очень легкий аромат, он ни на что особо не влияет и особо не ощущается. Но крем мне, честно говоря, очень понравился. Он очень питательный, такой жирный. Он как размякшее сливочное масло. Не растопленное, а размякшее сливочное масло. Его надо совсем чуть-чуть, чтобы нанести на кожу, чтобы разнести его по коже. Он достаточно экономичный. Вот, я пользовалась с удовольствием. Мне действительно понравилось на коже вот зимой. Замечательно, замечательно. Так, что еще у меня закончилось?
О, девочки, мальчики. Тут у меня что-то все валяется в разнобой. Так, позаканчивались у меня жидкости для снятия лака. Ну, как позаканчивались? Позорные жидкости, честно говоря. Вот я даже не знаю, что случилось. Портятся ли жидкости для лака? Кто знает. Вот эту жидкость, когда я покупала, знаете, она хорошо снимала, а потом как-то постояла и очень сильно испортилась. А вот это вот и была хреновой жидкостью, честно говоря. Я вот оценила, у меня сейчас совершенно другая жидкость для снятия лака. Она снимает лак на ура, а вот эти две, ну позор, повторять не буду. Так, что еще? Закончился у меня вот такой продукт практически до конца. Я его допользовала. Это у нас Petite Fee Oil Blossom Lip Mask. Но я использовала не как маску, а как бальзам для губ. Долго использовала, в течение года. Ну, иди сюда. Достала. Вот видите, здесь осталось совсем чуть-чуть. Здесь вот внутри осталось совсем-совсем капелька. Вот эта маска, бальзам, она достаточно питательная, питательная. Вот я наносила в любое время дня и ночи, хорошо держался бальзам, ну, я называю бальзам для на губах, достаточно жирненький, достаточно хорошо держится, не слезает за 5 минут, хорошо напитывает губы. Но вот я не стала добивать вот эту мелочь, потому что я почувствовала, что несколько изменился запах. Несколько изменился запах. Здесь был такой приятный цветочный запах. Но знаете, сейчас он не полностью изменился, но в нем появилась затхлая нотка. Затхлая нотка, я решила, ну, знаете, он у меня уже как минимум год, даже, по-моему, чуть больше года стоит открытый, поэтому я его, все, он закончил у меня свое существование, я его, вот эти вот сколько там, миллилитр, не буду уже добивать. Так, что у меня еще осталось косметического? Ага, значит, закончился у меня раз, и иди сюда, я знаю, что ты здесь, два. Дуэт. У меня был мини-дуэт от L'Occitane. Линия Terre de Lumière. С одной стороны, молочко для тела. С другой стороны, гель-душ для тела. Ну, что сказать. На мой взгляд, продукты достаточно средние. Молочко мне, честно говоря, понравилось меньше. Оно и меньше ухаживает, меньше как-то увлажняет. Да и не сказать, что оно особо парфюмированное. Так себе. Вот гель приличный. Насчет геля ничего плохого сказать не могу. Как обычный гель, он нормальный. Ну, а вот приятного запаха. Ну, есть у него запах, да, есть у него вот этот запах, похожий на вот эту линию Terre de Lumière. У меня аромат есть из этой линии, я его люблю. Вот, но, вы знаете, по сравнению с ароматом, вот, например, гель и крем, они более резкие какие-то, более жесткие. Не в восторге. И вы знаете, я бы не стала повторять. Не стала. Итак, вот закончился у меня еще вот такой гель. Это у нас Nature. Это у нас корейский гель. О, так, Body Wash. Здесь у нас лилия и мед. Если да, вот Hyuni и White Lily. Вот это аромат здесь такой. Здесь объем небольшой, всего 100 мл. Если я правильно помню, было 100, по крайней мере, миллилитров. Вот этот гель корейский мне искренне понравился. Вот здесь действительно ощущается легкий аромат, цветочно-нектарный. А вот плюс он опять-таки не жесткий, не очищает кожу прям вот до скрипа, что я терпеть не могу очищать кожу до скрипа. Вот здесь, соответствие цена, качество, очищающие свойства, все находится в хорошем балансе. Честно говоря, я бы еще повторила, почему и нет, весьма приятный гель. Что дальше у меня закончилось? Осталось немного. Значит, закончился у меня вот такой вот крем. Крем для рук. Это тоже какой-то корейский крем для рук. Пу. Вроде как он был с медом, но особой медовости здесь я не заметила. Здесь еще только легкий намек на что-то. Но, тем не менее, вот этот крем был гораздо симпатичнее, чем предыдущий. В прошлый раз у меня был какой-то корейский крем для рук. Вот этот гораздо лучше. Он более насыщенный. Он чуть более плотный, и у него вот ухаживающие свойства были несколько лучше. Вместе с тем, вы знаете, вот немецкий крем, вот этот Knaip, он сильно лучше. Он сильно лучше. Так что повторять вот эту корейщину не буду. Так себе.
В общем и целом, так себе. Закончилась у меня моя радость, моя прелесть, моя любовь. Закончилось у меня средство для кожи головы. Пилинг, скальп, скалинг, спа от Ладор. Люблю, обожаю. Использую примерно раз в 11-15 дней, в зависимости от потребностей. Легкое пилингование кожи головы. И, вы знаете, что называется, никакого зуда. Отличное средство. Люблю, обожаю, покупаю. Вот такой вот фигни, мне хватает на 4, может быть, на 5 применений. Там маленький объем, по-моему, порядка 15 миллилитров. Я вот постоянно показываю эту штукенцию. Так, что мне еще закончилось? У меня закончились вот такие вот штучки. Сейчас, минутку. Вот это, может быть, кто-то узнал? Здесь, по-моему, уже все стерлось, но это вот этот тот самый блеск для губ с розой от Байтери, который был в какой-то коробочке. Вот он у меня закончился в этот период. Мне он, честно говоря, понравился. Ко мне он пришел не протухший, с приятным розовым запахом. Я его с удовольствием вот этой зимой носила, прямо использовала с осени в хост и в гриву. Ничего плохого я про него сказать не могу, потому что и запах нормальный, и как-то более-менее держался, и губки чуть-чуть, ну, так вот подпитывал. Так что сама покупать, конечно, не буду, я использовала с удовольствием. Вот этот вот Lip Balm, Ginger Sugar Essential Lip Balm, заказывала на сайте корейской косметики, там с пробничками. Вот это действительно бальзам, он такой имбирный. Он на основе имбиря. Ну, что сказать, нормальный бальзамчик, не выдающийся, ничем не отличающийся. Обычный средний бальзам, если по хорошей цене, то почему бы и нет? Достаточно долгоиграющий. Хорошо смягчал в губки. В осенне-зимний период отлично использовала. Вот, если за недорогую цену, вот как я там брала, что-то рублей 250-300, почему бы и нет? Так, что мне еще? Вот, закончилось у меня, я вот показываю вот так. Это кушон Каткин. У меня оттенок 01. И у меня закончился один блок. Вот. Вот. Я не буду тут зеркало показывать. Значит, один блок у меня закончился. Я пока не стала вытаскивать блок. Я вот покажу сейчас кушон. Вот, у меня есть еще второй кушон. Второй блок, запасной блок, потому что кушоны обычно продаются с запасными блоками. Значит, вот этот блок я выкину. Второй пока не буду вставлять, потому что у меня есть уже открытый кушон. Я такая вот запасливая жадная лягушка. Так что сама красивая коробочка остается. Внутрь я могу вставить запасной кушон. Вот, а один блок у меня закончился. Так, ну и остались у меня, честно говоря, свечки и добавки. Значит, у меня сожглось две свечи. Одна вот такая вот, To Dream. Брала на Wildberries. Дешево брала. Вот, посмотрите, свеча не догорела. Я ее пыталась расковырять, но там уже нет фитиля. Так что вот так вот. Она вот не ароматическая. Вот эта вот крохотулечка такая. Я тоже брала ее на Wildberries. Она была немножко ароматическая. От нее вот ощущался аромат. Но она тоже достаточно быстро прогорела. Она, посмотрите, она очень небольшая. Приятная свечечка. Ну, закончилась и ладно. И закончились у меня добавки. Давайте я вам сейчас покажу свои добавки, которые я пила, ну, вместе со всем. Значит, во-первых, закончился мой любимый коллаген, который я, честно, пью. Вот этот вот коллагенчик, мне он нравится. Он, во-первых, вкусненький, во-вторых, он приятненький. В-третьих, мне приятно думать, что от него есть какой-то толк. Вообще, коллаген надо пить, вроде как говорят врачи, постоянно. Вот мой любимый, который мне нравится, и ничего плохого я в нем не вижу. Закончился у меня витамин D. Вот этот витамин D у меня закончился. Я весной была у врача, сдавала анализы, у меня выявилась нехватка витамина D, так что витамин D мне прописывал врач. Вот, она сказала пропить двумя курсами. То есть один курс я пила уже где-то в мае, и потом второй курс, она мне там дозировку определила, вот что-то один курс я пропила в мае где-то, и на это...
предположил, что на осенне-зимний период тоже будет очень неплохо его пропить. Она же сказала второй курс потом пропить. И я приобрела вот эти вот японские витаминки. Витамин D здесь было 30 штучек на месяц. Я его пропила. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, и вот закончилась моя любимка, моя прелесть, моя радость. Вот эти вот японские витаминчики, которые мне очень нравятся, которые для ногтей. Которые для ногтей. Это у нас маруман. Где? Тут есть написано где-то маруман? Я пытаюсь найти, чтобы... Вот если только здесь. Комплекс с биотином и экстрактом ласточкиного гнезда. Вот, это я случайно нашла на сайте, на каком-то японском, витамины для ногтей, биотин и ласточкино гнездо. И мне, вот моим ногтям повезло, помогло, потому что я уже рассказывала, моим ногтям редко какой комплекс помогает. Вот как-то это, я не знаю, за счет чего это складывается, за счет чего что-то помогает, а что-то не помогает. Но, в общем, я почувствовала улучшение, потому что ногти перестали слоиться. Вот, я пропила один курс, здесь 30 маленьких таблеточек, вот, и недели через две я ощутила, я не просто ощутила, у меня ногти прям посыпались резко, так же, как вот было до того, у меня прям, наверное, из 10 ногтей 5 прям вот буквально моментально начали слоиться. Я прям резко ощутила, наверное, вот, не знаю, действие витамина закончилось. Я могу только предполагать. Я пошла искать этот витамин, вот именно этот, но мне не хотелось заказывать из Японии, ждать, бог знает, сколько времени, когда никто не гарантирует, что ты получишь там, допустим, за месяц или за два, или за три. Так что я искала, нашла в России. И вот это вот как раз-таки та порция, которую я купила в России. И вот, честно говоря, я пропила, наверное, начала пить, и не сразу. Не сразу, как минимум 2, может быть, дней 20. Я ничего не ощущала, а потом, вы знаете, потом вот эти вот все, которые слоились, вот эти части ногтей, они как-то, росли, и, знаете, новые не появлялись. Новые слояшки не появлялись, как-то вот, получше стало, правда, получше. Вот, так что я вот опять с маникюрчиком, и пью, честно, витаминки. Вот эти витаминки я, честно, пью. Ну что ж, вот все сегодняшнее, что я вам показала. Я буду с вами прощаться. Всего хорошего, до свидания, всем благополучия и скорейшего мира. До свидания.